Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 10 на странице 76. Прочитайте слова. Составьте из ударных слогов каждого слова новое слово. Запишите его. Итак, давайте прочитаем каждое слово и определим, какой в нем ударный слог. Якорь. Ударным является первый слог, он состоит из одной буквы Я. Погода. Ударным является второй слог Го. Подарок. Ударным является второй слог Да. Из подчеркнутых слогов мы можем составить новое слово. Я, Го, Да. Это слово мы сейчас и запишем. Я, Го, Да. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.